Приветствую вас, мои дорогие творческие друзья! Сегодня с вами Федорова Катя и Раскраски.ру. За время рисования, рисовать, вы знаете, я люблю, рисую много, практически ежедневно, у меня появились верные помощники. О них сегодня хочу вам рассказать. Первый, мой надежный друг, это настольный мольберт. Я делала по нему большой, красивый, хороший обзор, обязательно посмотрите. Я по-прежнему не разочаровалась в этой покупке и советую вам попробовать, потому что если вы хотите рисовать с удовольствием и не хотите страдать от больной шеи, или же любите рисовать, как я это делаю, сидя в кресле с комфортом, то настольный мольберт ваш лучший друг. А вот еще два предмета я не показывала вам до этого. И начну я вот с такой подставки для руки. Для чего она нужна? Посмотрите, она достаточно простая. И если вы занимались рисованием или интересовались, такие планки вспомогательные, они также название носят муштабель. Слово польское, поэтому такое странно звучащее, я больше люблю называть подставкой для рук. Она имеет П-образную конструкцию, они вообще бывают разных конструкций, но вот это, на мой взгляд, является самой удачной. Помимо того, что это очень устойчиво, да, конкретно эта подставка, она снабжена резиновыми ножками, благодаря чему она не ездит по столу, когда вы работаете. У меня напряжение достаточно серьезное бывает, когда я занимаюсь отделкой деталей каких-то, да, или растушевкой. Поэтому мне важно, чтобы у меня подставка под руку не ездила по поверхности, на которой я работаю. Помимо этого, ножки крепятся очень удачно, да, то есть они не отваливаются от основы планки, то есть крепления здесь реально очень надежные. Также отдельно хочу отметить исключительно хорошую отделку. Я не уверена, что вам видно хорошо на видео, но это дерево, оно такое ощущение, что оно лакированное, да? Скорее всего, это какой-то вид воска, потому что она зашлифована и отполирована настолько, что поставить какую-либо занозу на боковину ладони практически невозможно. Именно поэтому я отдала предпочтение не самодельной планке, а вот такой готовой, да, потому что она просто более безопасна в использовании. Руки – это наш с вами рабочий инструмент фактически художника, да, их нужно беречь, в том числе от заноз. Я неоднократно уже демонстрировала эту подставку для руки в работе. Покажу вам также ее в работе с раскраской. В данный момент я раскрашиваю вот эту раскраску краски лета Paint Boy. И мы обязательно с вами в следующем видео посмотрим, насколько удобно раскрашивать раскраску вместе с подставкой для руки. И еще одной немаловажной вещью для меня, реально настоящим открытием, стала вот такая вот баночка-непроливаечка для воды. Вот такая простая вещь, которая, казалось бы, всем нам известна и знакома. Это уже третья банка, вот такая, которую я покупаю. Они у меня периодически где-то теряются, то у меня их конфисковывает дочка для своих рукодельных нужд. И вот это вот очередная банка, которая была мной куплена на раскрасках. Чем она мне нравится? Видите, я наливаю обычно сюда не очень много воды, примерно треть. И если вы пытаетесь, да, ее на себя разлить, вас ждет разочарование, потому что вот эти крышечки, они легко, но настолько герметично закрываются, что вода не проливается, когда вы баночку случайно роняете. Со мной это бывает частенько, к тому же мне очень помогает в этом деле мой младший ребенок, который обязательно считает, что мне нужно помочь в моем творчестве, и банка с водой его всегда страшно интересует. Эта емкость сделана настолько удачно, что даже будучи перевернутой у меня на столе, у меня из нее ничего не вытекает. То есть крышка прилегает настолько плотно. Также мне очень нравится, что здесь две емкости, и форма прямоугольная, она очень устойчивая, в отличие от круглых стаканчиков, которые, конечно, мне тоже встречались, да, непроливайки. Два отделения очень удобно. В одной я делаю предварительное споласкивание, во второй окончательно мою кисточку. Вообще водой я пользуюсь немного при раскрашивании, но очень много, когда я работаю гуашью или акварелью, естественно. Так что, друзья мои, вот эта простая вещь, она спасла уже много-много раз меня от порчи работ, а также уборки лужи на столе и на полу в процессе рисования. На этом, друзья мои, мой небольшой обзор сегодня закончен. Рисуйте с удовольствием, рисуйте с удобством, обращайте внимание на новинки необычные, которые появляются нам в помощь с вами.
увидимся с вами в следующем видео. С вами была Федорова Катя и Раскраски.ру. Всем пока!